Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Степанова, я саксофонистка, одесситка, лауреат международных конкурсов, преподаватель Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского. Сегодняшняя программа в Харьковской филармонии включает в себя разнообразную музыку. Мы всегда стараемся, чтобы музыка была на любой вкус. Здесь будут и классические произведения для саксофона, и будет даже музыка танго. То есть каждый слушатель найдет для себя что-то важное, нужное, то, что отзовется в его душе чем-то хорошим. Сегодняшняя программа будет в сопровождении органа. Мы подсчитали со Стасом Калининым, что уже сотрудничаем вместе 10 лет. И для меня всегда большая радость играть с ним. Я считаю, что это один из лучших органистов Украины, без ложной скромности скажу. И всегда приятно играть со Стасом. Мне кажется, что саксофон с органом – это отличное сочетание и звучит очень органично всегда, потому что орган – это духовой инструмент, можно сказать, да, там много трубочек, и саксофон тоже, и всегда хороший тандем получается, а со Стасом просто очень приятно всегда играть, восхищаюсь его профессионализмом. Будет звучать произведение украинского классика, композитора Евгения Станковича. Это произведение для саксофона, написанное в 2020 году, вот с авторским посвящением. Я очень рада сотрудничеству с украинскими композиторами. Мне кажется, что мы творим историю для саксофона. И так как я являюсь организатором международного конкурса «Золотой саксофон», я буду стараться популяризировать украинскую музыку для саксофона в мире. И это произведение обязательно будет включено в качестве обязательного произведения на следующем конкурсе «Золотой саксофон». Всегда большая радость встречаться со зрителем на концерте. Это большое счастье играть для публики, как пели в одном мультфильме. Смех и радость мы приносим людям. Спасибо всем большое. Приходите на концерты.